На КВБ поединок за первое место весовой категории до 61 килограмма. В красном трико представитель команды Республики Хакасия Артур Чебодай, мастер спорта России. Серебряный призер первенства мира представляет спортивную школу Олимпийского резерва по волейбольной борьбе, тренеры Кольчуков, Кудрявцев, Лебедев. Его соперник в синем трико, представитель команды Оренбургской области Яков Павлов, кандидат мастера спорта, победитель Пермского федерального округа, тренер Виктор Волохин. Победитель тоже становится претендентом на выигрыш 1 миллиона рублей от соратников, друзей, коллег Александра Владимировича Крылова. Победители призеры весовых категорий до 125 до 57 килограммов. Просьба подойти на построение для проведения церемонии награждения. Алексей Копылов, Петр Копылов, Аял Белорусский, Арислав Григорьев, Хабаров, Андрей Яроев, Шатан Аркин. Просьба подойти на награждение. На ковре В финальный поединок. Борьба за первое место в весовой категории до 61 килограмма. Ведут в красном трико представитель команды Республики Хакасия Артур Чебодаев. Его соперник в синем трико представитель команды Оренбургской области Яков Павлов. Давай, 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 давай. Давай, 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 дав
Призовой категории до 61 килограмма победу одержал Артур Чеводаев, Республика Хакасия. И становится вторым претендентом на выигрыш 1 миллиона рублей.